Казанский федеральный посетили представители университета Канадзавы. Стоит отметить, что КФУ с научно-образовательными центрами Японии связывают многолетние взаимовыгодные отношения. А университет Канадзавы уже давно является старейшим японским партнером Казанского федерального. Соглашение об учебном, научном и культурном сотрудничестве было подписано в далеком 1998 году и уже дважды продлевалось. После проведенной экскурсии по лабораториям КФУ состоялось заседание с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым, на котором лидер вуза выразил надежду на расширение уже имеющихся программ и подчеркнул особую важность стратегического партнерства. Наши соглашения, они наполняются реальным содержанием. Подтверждением этому служит то, что за последние 5 лет у нас выпущено совместных публикации порядка 100 ведущих журналов мира. Делегаты отметили, что объединяя научно-образовательный потенциал, мы точно сможем противостоять глобальным вызовам современности, сформировать единое международное научное пространство и продолжить эффективно содействовать инновационному развитию. За первую половину дня мы успели посетить лишь несколько лабораторий, и тем не менее мы уже по-настоящему впечатлены. Не в первый раз убеждаюсь, почему научная и образовательная деятельность Казанского федерального заслуживает высокой оценки. В первую очередь нас заинтересовали проекты, которые выполняются в рамках сотрудничества ученых КФУ и университетов Японии. Все мы абсолютно точно можем ожидать большие результаты, и это заметно. Завершилась встреча приятным сюрпризом. Лидеры двух вузов обменялись памятными подарками. Ректор КФУ получил от рук лидера университета Канадзавы часы и отметил, что подарку суждено стать настоящим символом нового времени, как КФУ стартует в новую эпоху. Аделя Мухаметшина, Руслан Уразаев, Универньюз.